Привет. Сделаем сейчас компот из груши. Идем за грушей. Ой, так все вместе идем, да? Ой, мягенький догоняет. Пошли, пошли. Тут у меня грушка сладенькая. Уже даже можно их есть. Их собирать. Да на подоконник. Уже вот падалки падают. Вот они самые вкусные. Если только не картошка. Прелесть. Это прелесть. Какие же они сладкие. Вот эта груша получалась. Да, это радость. Конечно, груши. Ну что, соберем. Да они уже практически не держатся на дереве. Так только. Да, скорее всего, не поспеют. На подоконнике. Можно их собирать запросто. Да. Ну, сейчас компотик сперва сделаем. Вон их сколько. Море. Море груш. Так, этого хватит. А то будет перебор. Так, идем делать. Так, ну что. Груши собраны. Сперва вот эти палочки оторвем. Они не нужны. Ух ты, как они тяжело отрываются. Ну, еще не полностью созрели. Так, смоем. Вода чистенькая, колодецная. Так, теперь нарезаем. Да, игрушки уже отличные. Можно их уже собирать. Джемы делать или что-нибудь еще. Так, заливаем горячей кипяченой водой.
ложечку сахара полную. Вот. И обязательно лимонного сока. Потому что я его хочу в баночке сохранить. Попью и в баночках сохраню еще. Так, все, идем кипятить. Ставим на плитку и на максимум. Скоро вскипит. Ну вот уже кипит. Крышку поднимаем. Вау! Все, выключаем. Отставляем. Пускай немножечко остынет. Так, ну что, надо переливать уже. Опа. Все чистое. Начинаем переливать. А интересно, игрушки сладенькие? Угу, сладкие. Осталась еще сладость. Так, ну что, в бутылочку? Так, ну вот такая красота. Угу. Так, это я отправляю домой. Пропарена баночка. Есть контакт. Закрываем. Это я ставлю в холодильник на пару часиков. Пускай остынет. Ну, компотик уже остыл. Грушевый. Наливаем. Ой, проба. Сахара много. А может, грушу вообще сахара не надо сыпать? Угу. Не буду сыпать больше в грушу сахар. Груша и так сладкая. Просто вскипятите все. Да. Ну, вкус хороший, вкус хороший. Груша, конечно, вот как бы сок из груши, компот из груши. Вообще великолепная вещь. Ну вот яблоки тоже хорошие, вот как белый налив. Но потом будем пробовать с Антоновки. И другие у меня есть еще яблочки, тоже попробуем. Но в яблочке обязательно на сахар, потому что они кислые-кислые. А вот эта вот груша сладкая-сладкая. Да что тут мне пить? Тут нечего даже пить. Надо еще затворять литруху. Ой, отлично. Это все. Пока!